Здоровенько всем, ребят. Фух, ребят, у нас часик всего фулыч побегать, потому что надо побыстрее там в убежище пришел. Хочу его прошуршать сейчас. Быстренько. Сходил с Чарликом, погулял. Шаверму взял, съел, но потому что нечего здесь есть. До дома не дойти не могу уже четвертый день, блин. Все, стримы и. Ну, то есть. Не потому что я тут что-то хочу, как бы прям до хрена сну. Настримить, а просто турниры попадаются, которые надо стримить как бы вот так вот подряд, и тут ничего не поделаешь. Так, секундочку. Во-первых, текстос. Во-вторых, игра. Так, Twitch врублен, все врублено, да, отлично. Чё ты там кряхтишь-то? Чё она там кряхтит-то? Дайте-ка сюда схожу я быстренько. Да. Это этот, всеамериканский из убежища 34, я его первый раз пропустил, просто пришел. Я его давал челу своему, как бы, с которым ходил, вот этому, ну, первому самому. Он просто, я не успеваю ни по кому стрельнуть, просто он всех крошит. Ну, вот эта девчонка-то, она в этом. Видишь, она ближний бой любит, поэтому я ей тостер паладина уникальный дал. Сейчас в убежище пойдем. Автомат это вообще в порядке, кстати. У него там в ватсе режиме просто там эти чу-чу-чу натыкать можно вообще жестко, он стреляет. Так, короче, ладно, что я, импульсный пистолет. Не будем пока играть. Так, счастливчик.
Чего против роботов? Тостер там, он вообще там, и у него и Эми там это эффект, как бы, и дэмэдж у него жесткий. Толстяк, от которого ядерными бомбами стреляет. Он, кстати, в магазе продается за 3000 всего там. А чё в 6 утра? А, сетку и расписание, не видал. Короче, ем этот в 6 утра будет, ты хочешь сказать? Блин, да, у меня тут желез просто на бабло поднимаемся. Подстроиться. Там типа олимпийское это дерьмище, короче. Так, где это убежище-то было? Вот оно. А, так у меня есть этот пистолет, просто он в ящике сныкан. Я там много в ящике всего сныкал. У меня все почти есть там, я все уникальное, у меня IQ-35 модулятор, и винтовка лазерная уникальная, уже все приныкано как бы там. Вот, просто я не беру. У меня пистолет есть, мне что-то падло идти его заряжать, я, ну, как-то раз пробовал до этого, я не понял, как его заряжать, если честно, ну, то есть, у меня квест-то выполнен этот, вот. А как зарядить, я дашь хз. Будет интересное убежище такое. А, наоборот, ему это вылезти. А вот в убежище войти, да? Да ща придет Блатчик, поздравим. Я видел, что день рождения у него. Так, секундочку, кто-то приперся, погодите.
Так, 11 рублей, Саня, ушло. На восстановление здоровья. Так, куда пойдем-то лучше мы? Опа, а это кто такие? Какие-то вообще такие-то? You're not one of us. What do you want? Fucking Cook has us trapped here. After we escaped from an NCR prison, he dragged us around the wasteland until we ended up in this shithole. A group of us want to leave, go back to the NCR and surrender. Cook won't let us. Cook organized the breakout. He's just an overambitious prick who's gonna get us all killed. I made my living sneaking into NCR camps looking for shit to steal. Made it out during Cook's big prison break. Samuel Cook. It was his idea to organize a jail. I can be pretty sneaky when I need to be, and the prison guards were. So, when Cook told me his plan, I spread the info to. Alright. Cook is just an overamp. I'm a nobody, just a survivor. If you can find a way to cut off access to the sulfur in the caves below the vault, I've got some caps waiting for you. Cook is planning to use the sulfur to make bigger explosives. You check out the caves and see if there's anything you can do. Without access to the sulfur, he'll lose what influence. I have to watch Cook. I wouldn't put it past him to just start killing. Thanks. Take his key card. I tried hacking the locking mechanisms. Later. Так. А там тогда этот, там тогда НКР, мне кажется, не? Забомбит, короче, и тогда... Так, ребят, что за херь началась? Сейчас перезвоню я быстренько. Просто там будет же у тебя репутация понизиться, там же солдат убьет, мне кажется, не? Если туда подать...
Так, смерть, почаще бы ты тут сидел. Ты, походу, шаришь очень. Вот. Ну ладно, будем разбираться, короче. Чё я тут посмотрел-то? Короче, пойдемте обследовать убежище. У этого Челдона квест я взял и хорош. Может, его, конечно, надо завалить было. Слушай, кто это? Это бомбисты эти, что ли? Я чуть не понимаю. Пацаны, я у вас все забираю, потому что вы лохи, короче, левые вообще. You're not exactly making friends around here, are you? Now there's a man looking away. Just needs to ditch the road. Ну как бы можно вот этот вот квест про заряд пистолет, который ты говоришь, даже когда ты уже прошел полностью Гелиус, да, его как бы заряжать, я так понимаю. Блин, в таком убежище книжица, наверное, какие-нибудь должна есть, быть. Может быть, даже на скиллы нам все время. Один раз во время прохождения. Слушай, а я прошел уже. Я направил энергию там на все города поровну распределил, как меня эти просили. Как их там? Последователи апокалипсиса эти. Этот многим Fallout отличается от четвертого, на самом деле. Я тебе скажу. Какое-то медицинское прям убежище, я вам скажу. А вот что-то и лежит терапевт сегодня, да, говорите? Да я сам гуглил про этот пистолет, только что-то как-то, ну... Я даже видюку нашел, там чел стоит, что-то тролливали. На рассвете он зарядился. Ну я тот квест выполнил.
Без пистолета получается, но я не стал как бы вот эту систему активировать Гелиоса там, короче. Или это на нижнем там надо, походу, как ты говоришь, все запилить. В четвертом Fallout вообще все по-другому. Мне вот не нравится четвертый, я посмотрел, это реально прикольный, мне кажется, этот Fallout. Почему? Например, там в статистике просто, ну вот... Ну вот этого там нету, вот этих навыков. Я что-то челу говорю, есть такой? Он что-то, ну, показал мне там. Ну вот таких нету навыков, получается, вообще, как я понял. Способности есть, да, как бы. Сила, по-моему, вот эта хрень есть, навыков нету. В статусе, в характеристиках. Ну это вот эта вода, конечно, это от хардкор режима появилась, в общем-то. Красный сектор, синий сектор. Опа, а это кто такой? Who the hell are you? I know you weren't one of the inmates. That coward Lim has been talking about surrendering to the NCR. Now the men are confused, not sure who's leading this gang. Fucking idiots. He was an inmate like the rest of us. He was useful during the jailbreak, but now he's just another coward. He wants us to leave the vault and hand our asses to the NCR, as if they'd treat us like people. A beautiful thing. Saved a little blast powder here, hit a makeshift weapon there, and what? Heard there was an abandoned vault along this mountain ridge, and that the wildlife here had teeth big enough to keep the NCR. It's a fucking death trap around here. Fiends swarm all over Vault 3 in the east, and they're a fucking death. If you're looking for humans, the Khan's north of us, and there's an NCR base at the camp past Vault 3. Supposedly, there are muties to the southeast. Like raiders, but worse. These guys are messed. The NCR's been mining there for a while. Я уже всех развалил. I've heard the muties there are different. Completely insane, and supposedly they use some kind of invisible. It's the main base for the NCR and a breeding ground for oppression in the name of patriotic. They've been through some rough times, but they can hold their own. I wouldn't mind taking the boys and signing up with them if it weren't for Lim. He was an inmate like the rest of us. He had his... What? Their republic is a joke. They're a bunch of tyrants led by an even greater tyrant, that idiot Kimball. They think they have the right to annex every inch of dirt in the West and force their system. Some of the computers still work. But the only files are diaries and garbage. Typical vault. That cap. You really don't know. I'm Samuel Cook. I was blowing up supply caravans along the 15 freeway, the NCR. There's some fire geckos in the lower levels of the vault. We need to get them gone. You go clear them out for us, and there'll be some caps for you. Explosives, bombs, big, big fucking bombs. I have to keep an eye out on that bastard Lim. The second I turn my back, he might go crying to the NCR. So what do you say? You going to take care? А как я и тем, займусь, короче.
Great. Get to it. Oh, and take this. There's some weird shit with this vault security and some doors. О, отлично. Иди нах. Тебе бороду сейчас отстрелю, блин, со своего крутого автомата, блин. В комнате тут сидит один. Так, да, это же с программиста я тут вижу, ребята. Дерьма какого-то понабрал. Бля, застрелить бы этих всех уродцев вообще, может вообще всех закрошить здесь, короче. Сначала квеста надо выполнить, я так думаю, а потом закрошить. Так, ну, наверное, кроме дайджеста здесь программиста ничего нет. Да, похоже, я блин, эта одежда по 1-2 рубля стоит. Нахер я вообще ее беру, короче, не знаю. Блин, игрушки тоже нужны детям там подарить, все дела. Это Fallout New Vegas. Так.
хрень тут творилась в этом убежище. Так, что-то я уже ходить не могу. Нахрен, короче, мне эти костюмы и пижамы. А где маэты летают, я не понимаю все. Где спутник, где... Так, что у нас здесь лежит? Бля, кто там взрывается? Там геккона?
засаленный, блин. Так, напольный сейф, напольный сейф. Фу-фу-фу-фу-фу. Вот они туннели. Это красный сектор. Такс. Thank you.
Так, нет, не сюда, туда через красный сектор, походу, надо попадать уже. Да, здесь все обследовано, в общем. Да куда я приблудил-то, я чуть не понимаю. Богачи здесь по крышкам жили просто. Везде, блин, крышки валяются. Пока спутнику все. Ладно, сейчас хотя бы пройдемся наверх. А что тут наверху вообще? А нихера тут нет наверху. Задание стоит вообще. А второе задание. Здесь нет прохода никуда, получается, да? Ладно, погнали в туннеле. Спасибо, Хафт. На билеты, говоришь?
Это мне на билет на автобус на вокзал в Пскове. А потом уже тогда это... Да у нас уже, блин, сколько? 23? Ты чё, Гекконес? Получил тостером паладина, кстати, от неё. Вот у неё уникальное дал. Вон, видишь, толстер породил урон там 46 и эми бонус роботом. Силовая броня, как раз как бы по ее специализации. Киконы зассанные. Ё-мо, тут какая дичь какая-то просто. Кто, где? Так, а чё... Фу, я уж испугался сейчас. Завистник случайно альтап нажал, а надо было тап нажать. Патронов 5.56 мало осталось. Пора стрелять другой темой какой-нибудь. Так, ладно, пойдем зачистим все, а потом сюда-то ломанемся опять. Бля, да вардивикли 15 минут, ребят, походу. Чё, охотники? Короче, мне не активировать уже, ну и хрен с ним, ладно. Все равно этот пистолет особо не применяю. Мне больше интересно, как бы, такое вот уникальное оружие, типа счастливчика, вот, как бы, не знаю, там. Кто там ходит-то? Какие-то гигантские пещеры эти, ребята, если честно. Плазменную. У меня есть Тесла Бетон прототип. Фига его испарило.
Ну там их два вроде этих прототипов в игре. Есть Q35 модулятор, есть лазерная уникальная, есть... Есть импульсный пистолет. Это у нас куда путь? Так, это на первый этаж. А, в офис смотрителя можно проехать. Ну-ка, ну-ка. А это куда? Очень интересно. Я КС отдал, короче, другой подруге, с которой ходил недавно. Угу. Что-то я круг какой-то навернул, да, здесь? Как я понял. Все, и ничего здесь нет в Systems Room, да? Ну ясно, короче. Ладно, поехали к смотрителю, дверь взломаем. Вот. Так, да, и сходим туда, короче. Так, а здесь я читал? А, ну да, здесь я читал. Главное, ничего полезного не лежит вообще практически. У меня смайлик еще не делали пока никакой. Смотрителя, блин. Паранойя была. Все закрыто вообще в хлам. Не методом тыка, а методом вот
все этих уборки хрени. Сейчас потыкаем сюда, да? Еще одну нашел. Так, от скобки. Бля, ну тут осталась-то фигня. Короче, придется методом тыка. Давай, ладно. Там убежище, смотрю, тут много побегать можно. Короче, зря я сюда пришел, хотел одним, чтобы выложить все одним, как бы, в итоге. Я что-то подлагивает, когда терминал этот активирую. Это среднее, не попасть ничего на халяву. Ну-ка, давайте теперь. Да долго скобочки юзать. Это как про приколы в Рахор, что время нет, надо быстрее тыком. Так-то понятно, что со скобочками можно подубрать там и все дела. Тыкал сколько сразу скобочек. Здесь еще у нас скобочки где? Пожалуйста. Оп. Ты говоришь, он сколько скобок перетыкали мы. Открыть замок. Это что за хер? Бля, прикол. Это я к нему вылез, то есть я ходил, чтобы вылезти к этому придурку. Я думал, здесь какой-то ништяк.
Сейчас выйду на ништяк какой-нибудь, а вышел к этому дозику. Вообще, хацкер просто нереальный, ребята. Блин, и сохраняться пора на Варди Викли идти, ребят. Короче, сохраняю я. Такая недолгая попытка на часочек сейчас. Ну, хоть в убежище зашел. Кто в записи будет смотреть, следующую смотрите. Добежим, конечно, в следующей мы попытке все это дело. Вот. Так, захожу в старик и переименовываю все. Потом отойду на чуть-чуть. Нафиг, варди, убежище, короче, лутаемся, ну давайте. Так, ладно, стоп-старт делаю, ребят, погодите. А, погодите, не делаю стоп-старт, почему? Потому что сейчас я переименую все это. Уже стоп-старт надо делать, короче, тогда с этим задержкой получается. Варди Викли номер 22. Так, ну все, стоп-старт делаю, ребят, секунду.